Привет, дорогие друзья, на связи Алекс Рай Channel, и вы смотрите прохождение Fallout 3 GOTY Edition. Так, я, в общем, решил вернуться на Bandicam, поскольку с этого Bandicam очень легко монтировать ролики, так как там не надо будет заходить через Vegas и тем самым тратить 1,5 часа на монтирование каждой серии, потом еще 1,5 часа на сжатие размера этой серии. Уж лучше будет немножко вытянуто, чем так. А то у меня на монтирование, хоть, конечно, и будет тут все немножко вытянуто, но на монтирование у меня уйдет примерно около 20 минут. Максимум. И 25 минут серии. Думаю, это довольно недолго и одновременно очень удобно, поскольку если все это будет длиться час, либо 40 минут, можно легко устать смотреть. По разговорам моих близких, друзей и вообще некоторых подписчиков. В общем, такие у нас обстоят дела. И, кстати, когда мы вылезем к техническому музею, придется мне включить один чит-код под названием ТГМ, чтобы меня там не убили супермутанты. А их там будет очень много. Так, письменный стол, дротик, планшет, все дела. В кармане пачка сигарет. Так, как бы нам тут? Пробуем еще раз. Все, я заменил мышку. Тайлс. Может... Тайлс? Есть! Ага. Запустим протектрона. Эскалаторы и включение. И освещение у нас, конечно же, не включается. Вот так он у нас рубается. Инициализация протокола безопасности метрополитена. Давайте-ка посмотрим, видите, билет на метро, если что. Охранная, а то нас прикончит. Станции. Недоступно. Уровень угрозы Омега. Разрешен огонь на парень. Ой-ой! На тебе! Устроил мне здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что ж тут нам делать-то с таким верзилой? На тебе! На тебе! На, получай! Ай, моя башка, моя башка. О, черт, меня колбасит все. Так, теперь вроде не должно колбасить. Ой, моя головушка, головушка. Ядерку, что ли, взять? Ну, давайте возьмем. Куда нам далее? Далее это нам куда? По-моему, в ту сторону. Может, на что-нибудь поменять, а? Подлечились еще раз. Возьмем пока боевой дробаш, с него постреляем. Ой! Сейчас я тебя. Вот так. С одного выстрела. Круто, круто. Штурмовуху можно починить. Ай. Ладно, лишнюю выкинем. Пойдемте-ка туда. Много ли у нас тут кого есть? Ку-ку. Мальчики, мясо. Больно, да? А мне обидно. Блин, что это я подобрал такое? Угу. В попу эту броню. В попендер, я бы даже сказал.
Возьмем тут патроны, дротики, антирадин, водичка, радекс. Ну ничего, его продать можно будет. Ох, как вы тут штыривом-то закинулись. Наркоманы чертовы. Угу. А тут надо бы пальнуть из толстячка, сейчас поймете почему. Вот вам. Ибо нечем мне здесь. Так, где тут кто еще рядом? Ай-яй! Вот вам всем. Зря я, конечно, на вас столько потратил, но все равно. Может, загнемете кого-нибудь? Приштыкануть. Ну, кто есть тут? Вот тебя. Ну, козел какой, а? Злой, недружелюбный козел. Вот кто. Починим это, починим то. Блин, нафиг я с собой дубинки эти ношу? Нафига. Давайте-ка с револьвера. Бамс. Еще раз, еще раз. Давай еще раз, еще раз. Когда ты там крик получишь? Ой, черт, цель точнее. Но зато хоть толстяк использовали. Он, по сути, в этой игре очень редко используется, но... И так сойдет, как говорится. Может, взлом или ремонт? Давайте-ка ремонт. Хотя бы нам красноречие не помешало. Еще прилежный ученик. До конца качнем. Далее, далее, далее. Куда бы нам дальше пойти? Сюда, что ли? Возможно, и сюда. Гули-гули-гули-гули-гули. Плюшевый мишка тут. Какие сентиментальные гули тут были. Осколочная. Опа. Боеприпасы мы возьмем. А штурмовая у нас... Хотя мы же ремонт прокачали. Вот так. Что тут можно еще? Доску с гвоздями в попу отсюда выкинем. Комбинезончик. Рабочий может починить вот так. Более-менее место освободилось. Давайте-ка места поедим. Вот так. Здоровье у нас увеличилось. Патрон, крышка. Охотничье. Может, охотничье починить? О, да, его можно все-таки починить. Гули-гули-гули-гули-гули. По картечь. Картечь, кстати, будет. И там взрывы у нас были. Странные всякие. Это же неспроста. А тут вам будет сейчас гранатка. Поскакали! Подавись! Ложись! Пошел, пошел! Куда вы пошли? Пошел! Сюда идите! Кто там еще есть? Ой! Бок-бок-бок! Подойди-ка сюда! Давай, давай ко мне! Ой-ой! Давай, гуль, добей его. А я добью тебя. Ой! Сюда иди-ка. Иди-ка сюда. Ай! Что ж ты такой живучий-то? Перезаряжай быстрей.
блок сигарет. Весит мало, а стоит много. Штурмовуха, кастет. Зачем нам кастет? Если уж брать, то силовой кастет. Па-па-па-па-па-па. Больше тут пока что больно ничего. Крышечки, крышечки. Бутылочные крышечки. Которых тут куча. Так, штурмовую нам. Зачем нам штурмовая? У нас так она отличная. Кстати, постреляем-ка с нее. Патронов накопилось. Мама дорогая. Так. Есть тут кто? Есть, конечно. О, психо тут зашныривался, сидел. Ребят, наркотики это зло. Будете принимать наркотики, станьте гулями. В общем, как-то так. Нам в ту сторону. Ну, у нас тут будет впереди целая куча гули, поэтому возьмем пистолетик. Сразу же перезаряжаемся. Возьмем-ка. О, еще один блок. Ладно, его возьмем. Неплохая будет вещица на продажу. Вас покалечило? Да ничего страшного. Живем пока. Что здесь? Скроем-ка, посмотрим. О, патроны к магнуму. Тут мы все забрали. Опять патроны к магнуму. А где сам магнум? Извольте узнать. До следующей станции дошли. И совсем не страшно здесь метро. Из-за этого многим не нравится игра. Но метро тут совсем не страшное. Привет, привет, бродяжка. Пока ты тут клич свой издавал, боевой. Сам видишь, что случилось. Кто там? Так, как тут открыть? Аванпост сбрасывался совсем рядом. Вылезай и дерись. Да я с радостью, откройте мне дверь. А, вот. Кто? Ура! Разорвём их! Держи-ка вот это! Ха-ха-ха! Плетушки начались. Самые настоящие политушечки. Что у тебя есть? О, пивко. Не, не надо на пивко. А вот лазерку может попробовать взять. Ее бы не мешало нам починить. Тра-та-та-та-та-та. Ну, не знаю, может еще код на оружие не буду использовать, чтобы не умереть. Потому что там рядом с монументом Вашингтона умереть будет очень нереально. На тебе. О, у тебя охотничья. Самое время починить тоже. Сплошная починка, сплошная починка. Может на взлом и ремонт попробовать? Так, ремонт же все-таки повысится. Посмотрим, что это даст. И переметнемся мы, пожалуй, на огнеметик. Зажжем как следует. Та-та-та-та-та-та. И куда нам здесь идти дальше? В ту сторону? Да навряд ли. Опа! Сейчас нас заметит и пипец будет. Давай! Ахаха! Боишься, как мелкая сучка. Скрытно, как мы его кокнули. Прячешься? Приключения капитана космоса.
Включим подсветочку на нашем пип-бойчике. Я тебе сердце вырву. Вырвешь, вырвешь. Где-то я это уже слышал. Технический музей и монумент. Да мы почти пришли, слушайте. А, вот ты где, да? Иди сюда. Опа! Ты чего так? На тебя. Нехорош какой. С тобой дружить хотела ты. Выкидываем вообще. Да, станция, это станция. Винц. Виски, виски, бутылки из-под виски. Сенсорный модуль можно, конечно, взять. О, топливо для огнемета. Как кстати-то. Абраксу там реклама. Вот, сейчас мы выйдем. ТГМ. Фу, это чтобы нас не убили, потому что тут будет жопочка. Простите меня за мат, если это матом считается. Вот сейчас будет же здесь. Но это я так временно поставил. Так как тут без ТГМ будет слишком туго. Смотрите, сколько здесь супермутантов. Супер-пупер-пупер мутантов, а? Охотничье. Тут разжиться можно конкретно. Здравствуй, чувак. Не ожидал меня увидеть. Смотрите, кто-то из гранатомета палит. Тут только если добежать до технического музея, а потом бы с этого технического музея они бы пробрались именно ко мне, забежав в этот самый музей. Ты что в меня стреляешь? Ты что в меня стреляешь здесь, а? Козел. Па-па-па-па-па. Починим-ка. Всякое разное. Миниган тоже починим. Может с него сейчас погулять? Привет, чувак. Как твои дела? На-на-на-на-на-на-на-на-на. Как тебя колбасить? Охотничья снова у тебя здесь. Привет, голова не болит? Тоже заберем. Нате вам. Смотрите, куда улетела винтовка. Куда ты там собрался? Иди-ка сюда. Иди, иди, не бойся. Иди сюда. Иди сюда. Вот так. Штурмовушка. Пердушка. Вас покалечило, это понятно. Там у нас еще, да, есть? Там у нас еще. Собрались всякие разные. Это мы подорвем на всякий пожарный. Хотя как на всякий пожарный? Вдруг сейчас этого покалечит? Да, его покалечило. Руку отшибло. Ой, бедняга. Я с крутокрыса возьмем по этого бедняги. Детка не пугается. Не надо мне здесь. Детка не боится. Так. Починка, 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 починка. Починушка. Может, со штурмовой? Или вообще с толстяка? Вот это будет круто. Да, да, я предвкушаю эти ваши читер, всякое такое в комментариях, ребят. Но вы все равно, вы мне спасибо скажете за то, что я не умер, и мне не придется это лишний раз перепроходить. Скидыщ! Бабах!
Рады пошли. Надо тут сейчас понасобирать нам сейчас. Сочки животного валяются. Человечки. Человечков всяких. Опа. Опа. Какой славный полет. Боевая броня когтей. Залутаем сейчас. Это было больно, наверное. Прям до Капитолия дошли, но нам же не туда. Привет, чувачок. Ты ж, по-моему, что-то обронил. На вам. Нате вам. У-у-у. Что у него там есть? О, да. Ручку ты потерял свою. А вот это я понимаю оружие. Так, там у нас еще остались, да? Миниганчик мы починим. С пистолетом вместе. Вот это у нас состояние минигана, я понимаю. Вот это другое дело. Лишние винтовки к черту. Что тут еще у нас? Боевая броня когтей. Нафиг она нам. Ловкость это дает нам. Пригодится это тоже. Более-менее пригодится. Так. Может с чипсиками закинуться? Или... починить себе конечность другую. Немного неэффективно расход стимуляторов, но более-менее нормально. Здравствуй, бестия. Бестия это наша, бестия. Так, соберем. Хотя нет, в пень, такие дела. Ты где? Я здесь. Где ты? Вот он я, перед тобой, стреляй. А, все уже пострелял, да? А, молодец. Пень ружьишка. Та-та-та-та-та-та-та. Что тут у нас еще было-то? Лазерная, по-моему. Лазерный пистолетик. Да, естественно, нормально, я. Обыскали здесь все. Сложновато здесь, конечно, было бы без этого всего. Ой, да ладно, можно уже отключать. Все, отключили. Так, берем штурмовуху. И пойдем уже в следующей серии в технический музей. Как-то у нас так. Минутка другая осталась. Давайте, когда туда мы дойдем. Вот у нас вывеска технического музея. Нам в ту сторону. Капитолия больше нет. Мол разрушен. А Белый дом там вообще в руинах. Такие дела. Но продолжение мы увидим уже в следующей серии. Не забудьте подписаться, лайкнуть и рассказать о канале друзьям. Ссылки на соцсети и группу ВК в описании. Спасибо за ваш просмотр. Для вас играл Алекс Фрай Ченнел. Смотрите только хиты.